вищого навчального закладу відкритий Міжнародний університет розвитку людини Україна і лист громадської організації «Спортивний клуб боротьби «Мелітополь». Валерій Іванович, коротко, і ще раз, доложіть, будь ласка. Ще раз, була льгота у них, льгота закінчилась. І на вопрос, що на прошлом засіданні задавали колеги і присутствую здесь, не помню хто, чому письмо Лисенко так довго лежало. Значить, по заданню Ірини Владимирівни Рудакової, представитель полномочный юридического отдела и ее подчиненная Татьяна занимались вопросом с антимонопольным комитетом по выяснению, можем мы или не можем. Кратко, вот сейчас нам доложат, что мы можем. Поэтому есть предложение поддержать. Вопрос выяснялся, и было в результате выяснения выяснено такое, что если эта державная допомога может быть вынесена до категории незначных, и, відповідно до закону, у разі, якщо допомога стосується підтримки експортних операцій або переважного використання продукції вітчизняного виробництва порівняно з імпортованою продукцією, допомога суб'єкту господарювання, сукупний розмір якої незалежно від її форми та джерела не перевищує будь-який трирічний період суми еквівалентної 200 тисячам євро, визначено за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком, що діє на останній день фінансового року. І якщо суб'єкт господарювання, який має намір отримати незначну державну допомогу, подав її на ДВЧ відомості про господарську діяльність, а також про всю незначну державну допомогу, отриману ним протягом останніх 3 років, її форму і мету також. Ну, це до 02.08.2017 року, коли закон набрав свою силу в повному обсязі. Отчисляется трирічні. А какая сумма? Сумма, значит, это у нас в бюджете, конечно, сумма не предусмотрена. Потери, значит, по борцам 1540 гривен, где-то так, по Украине 43,4 тысячи. Там чуть больше, но учитывая то, что они единственные в Запорожской области готовят инвалидов, решают все эти вопросы, я думаю, что нам надо поддержать еще на год. Обучают? Обучают. Готовят, я не до профессии, я не досказал. Вот, поэтому я предлагаю поддержать еще на один год, а там жизнь покажет. Еще а сколько людей с инвалидностью сейчас учатся? Значит, ну на сегодня я не знаю, а прошлый раз, когда мы встречались с Лысенко, ну я же на сегодня не знаю, честно скажу. Но последний раз, когда Лысенко был у меня, где-то с месяц назад, он говорил, где-то 15 человек, это то, что учатся, и там как-то они еще на дому учеба, ну какая-то отдаленная, или как она там считается. А Лысенко сам приезжать можно, конечно. Да, конечно, был у нас. Неоднократно. Я имею в виду на комиссии, вы тезка мой Валерий Иванович. Я помню, что вы когда... Был. Да. Да, я вам скажу, куда хочешь. Есть предложение. Сейчас, давайте еще вот Роман пришел, а он объяснит ему. Он сейчас знает. Он не знает. Знает. Вот он не знает.